Выгребные ямы в деревянных домах города планируется заменить на септики. С такой инициативой к временно исполняющему обязанности губернатора Ненецкого округа Александру Цибульскому обратился председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин на очередном заседании администрации округа. Замена выгребных ям на септики. Эта тема регулярно поднимается жителями деревяшек на встречах с депутатами окружного собрания. Впрочем, первый шаг на этом пути был уже сделан. Несколько лет назад из окружного бюджета выделяли деньги для перевода домов на полное благоустройство. Но подрядчик Наринмар Окргаз не справился с поставленной задачей. Сейчас будет весна, и в эти дома, честно говоря, невозможно зайти, потому что сильно очень пахнет. Пахнет в коридоре, пахнет в квартирах, что создает не очень комфортное проживание людей. И на этих встречах всегда жители задают такие вопросы, что невозможно жить в деревянных домах, там, где есть простые туалеты. Анатолий Мяндин отметил, что решить этот вопрос можно было бы за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ. Но очередь на ремонт деревянных домов большая, и в ней на сегодняшний день стоят не все дома. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации остается выделение денег на замену выгребных ям септиками из окружного бюджета. Если есть возможность у нас в том числе облегчить жизнь людей через, значит, благоустройство домов, это надо тоже проработать и посмотреть, исходя из степени их аварийности и износа. Ну, понятно, что если мы там планируем в ближайшее время запустить переселение этих домов, то здесь, наверное, надо подходить к этому с точки зрения рачительности. Если у нас в ближайшее время это не запланировано, конечно, идти путем строительства септиков – это самое правильное и, по крайней мере, сильно облегчит жизнь людей. Глава региона поручил проработать этот вопрос администрации города и департаменту строительства и ЖКХ Ненецкого округа. По словам Александра Цибульского, решение проблем благоустроенного жилья – основная задача для властей округа на ближайшие 3 года. Александра Литкова, Вадим Носкин, телеканал «Север».